Добро пожаловать на канал о криптовалютах NeoLife. Всех приветствую, и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, курсы стейблкоинов USDC и DAI отвязались от курса доллара США и теперь торгуются ниже 1 доллара. Это связано с тем, что резервы компании Circle на сумму 3,3 миллиарда долларов хранились в проблемном банке Silicon Valley Bank. И крах банка Silicon Valley стал крупнейшим с кризиса 2008 года в США. И скорее всего, в скором времени мы увидим цепочку банкротств многих банков по всему миру, так как по сути столько банков совсем не нужно в новой финансовой системе. И сообщение о хранении Circle значительных объемов средств в данном банке привело к некоторой панике среди держателей стейблкоина USDC, которые сразу начали его продавать. Проблемы еще коснулись стейблкоина DAI, обеспечение данного токена частично содержится в USDC, поэтому курс DAI также отвязался от курса доллара. И представители компании Circle заявили, что пока не предпринимают особых действий, а ждут прояснения ситуации со стороны американских регуляторов. И на текущий момент около 25% резервов USDC хранится в 6 американских банках, включая обанкротившиеся Silvergate и Silicon Valley. А некоторые источники сообщают, что есть проблемы и у банка Сигнатура, где Circle также хранит часть резервов. И на этом фоне начали появляться сообщения о том, что различные криптовалютные биржи приостановили депозиты в USDC, а также обменные операции. И как мы видим из всего этого, что стейблкоины совсем нестабильны. А по сути, на криптовалютном рынке началась скоординированная атака мировых СМИ и регуляторов против главных криптовалют. И традиционно главным активом для нападок в последние годы всегда были стейблкоины, а также Tether. Как вы знаете, SEC объявляет, что почти все криптовалюты, кроме биткоина, это ценные бумаги. А также мы видим продолжающиеся атаки на обменники и вывод фиатного доллара с криптобирж. Они пытаются перекрыть все потоки фиата на крипторынок до масштабного введения валют CBDC. И по расчетам организаторов кризиса, все эти меры должны привести к панике и массовой продаже криптовалют. Но тут нам с вами нужно оставаться стойкими и держать те криптовалюты, которые будут иметь реальное применение в мире. Ведь сильные мира сего хотят загнать всех валюты CBDC с полным тотальным контролем над людьми. А как показал опыт Нигерии, криптовалюта и бартер будут альтернативой, но давление будет очень серьезным. Технический директор Дэвид Шварц на слова блогера CryptoWolfa о том, что у него много было в стейблкоине USDC, выложил гифку с таким текстом: «Нам нужно убираться отсюда. Сейчас же». И еще Дэвид Шварц пишет, что всего месяц назад Джим Крамер советовал людям инвестировать в Silicon Valley Bank. Вполне возможно, это была худшая инвестиция. Вообще, глядя на последние новости и все то, что происходит на рынках, сразу вспоминаются слова от инсайдеров по XRP, которые нас предупреждали заранее, что банки будут небезопасны, биржи небезопасны, стейблкоины небезопасны. И как мы видим с вами, они были правы. Блогер Мистер Кит пишет, что банки по всем направлениям являются свидетелями массовой распродажи. Почему? Потому что, как и в 2008 году, он никогда не заканчивается всего лишь одним банком. И в ближайшие недели и месяцы мы увидим, как кости домино начнут падать. Мы еще ничего не видели. И еще одна новость, скоро состоится долгожданное мероприятие XRP Лас-Вегас, на котором сообщество XRP может собраться и встретиться с отраслевыми экспертами, которые работают непосредственно над реестром XRP. И мероприятие должно пройти в Лас-Вегасе 5 мая. И оно было названо следующим Bitcoin Miami из-за его популярности в криптопространстве. В мероприятии примут участие несколько высокопоставленных спикеров, таких как генеральный директор Polysign и главный операционный директор Link2. Кроме того, будут присутствовать такие докладчики, как Джон Дитон и Джереми Хоган, где они потенциально могут предоставить последнее обновление, касающееся судебного дела Ripple против SEC. Также ожидается, что конференция продлится примерно 2 дня и имеет полностью насыщенный график, на котором будут обсуждаться различные темы, такие как регулирование криптовалюты, бухгалтерская книга XRP и быстро растущие рынки, на которые может выйти XRP. И в заключение видео Эдвард Фарины пишет: «Мое уважение вам, если вы все еще находитесь здесь после всех этих рыночных крахов. Большинство людей уже ушли, но те, кто все еще здесь и все еще понимают, какую важную роль определенные криптовалюты будут играть в новой финансовой системе, являются избранными для создания богатства поколений». Спасибо за внимание, я надеюсь, вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока.